Всем привет! Я хочу показать вам небольшое видео о том, что пульт от DJI он не заряжает планшет ни в каком случае. Смысл бы тогда ставить такой мощный аккумулятор, чтобы он заряжал какой-то там планшет или телефон. Напоминаю, что здесь стоит аккумулятор на 6000 мАч. И при подсоединении провода к пульту устройство начинает телефон либо планшет сообщать о том, что оно заряжается. Но в процессе использования, конечно же, оно разряжается. И вот у меня есть такая нехитрая штука. Она называется ваттметр. Вот, пожалуйста, я подсоединил сейчас через нее планшет, и она показывает 0,02 ампера потребления с пульта на планшет. То есть это 20 миллиампер. Ну и посчитайте, сколько эти 20 миллиампер будут заряжать ваш девайс. Да нисколько. Это можно просто бесконечно. Он будет подключен, но нифига ничего не зарядится. Ну вот, ребят, миф развенчан.